Красный творог, свадебный пирог и, конечно, чак-чак – блюдо башкирской кухни приготовили первоуральские школьники специально для кулинарного конкурса. Чак-чак – это национальное башкирское блюдо. Оно готовится очень легко, если знать, какие там компоненты. Чак-чак готовится из яиц, пшеничной муки высшего сорта и меда. Чем мягче тесто, тем вкуснее блюдо, делятся секретами участницы. Некоторые на конкурс пришли в национальных костюмах, готовят и дают попробовать жюри различные угощения. В их числе губания, пирог с красным творогом. Он приобретает такой цвет, потому что топленое молоко томится в духовке. Или свадебный пирог с луком, огурцом и фаршем. По традиции его подают на торжество. Приготовили конкурсанты и кыстыбый, обжаренную лепешку с кашей и салат «Башкирская красавица» из грибов с лимонным соком. Конкурс посвятили столетию Башкортостана. Итоги состязания подведут 15 марта. Этот конкурс мы проводим для того, чтобы дети познакомились с башкирской культурой, с башкирской национальной кухней, познакомились с традициями народа, коренного народа Урала, где мы проживаем. Первоуральский вообще коренной народ – это были башкиры. Это общеизвестный факт.